Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается проживания с соседями, вот, и того, что они как-то не влюбили автора вопроса, вот, и пытается, в принципе, ее, получается, выселить. Я думаю, что вам не стоит рассматривать ситуацию, которая происходит в рамках вот только двух вот этих вот вариантов, которые вы привели. На мой взгляд, всегда есть еще варианты, вот, просто они могут быть не всегда очевидны. Например, у вас есть, судя по всему, страх того, что вам что-то сделают эти соседи, вот, и кто знает, может быть, ваш страх и обоснован, но, на мой взгляд, если бы вам хотели реально что-то сделать, уже бы давно сделали. Раз не сделали, значит, и не сделают уже. Ну, а ваш страх связан с агрессией, со злостью. Соответственно, первое, что нужно сделать, это прожить ваши чувства, которые у вас к этим соседям. Вот. А дальше, когда вы это сделаете, и вам немножечко станет легче, уже можно будет решить, как себя с ними вести. Вот. На мой взгляд, поведение соседей связано с вашей неуверенностью в себе. Вот. И теми внутренними конфликтами, которые, может быть, вы сами не осознаете, но демонстрируете другим людям. Вот соседи это чувствуют и, соответственно, отзеркаливают вам то, что происходит с вами. Вот. Поэтому, значит, нужно повышать уверенность в себе, контакт с собой, вот. И, конечно же, не лишаться столь удобной, получается, для вас квартиры, да, вот, которая, ну, по сути, вот, как там сказать, которая, по сути, ну, очень вам подходит, да, и которая вам удобна, и из которой вы естественным образом не хотите уезжать. Это, в принципе, ну, это нормально, что вы не хотите бросать вот, значит, место, да, в котором вам хорошо. Вот, я думаю, что и не нужно этого делать. Ну, на мой взгляд, да, этого делать не нужно. Более того, по моему, опять же, мнению, это не решит, ваших проблем это не решит, вот, то есть это не решит, например, проблем ваших страхов или вашей неуверенности в себе и так далее, вот. А, значит, что я бы здесь, вот, еще бы, наверное, порекомендовал бы сделать, это посмотреть то, вот, знаете, есть ли что-то у вас, что вы как-то можете в себе подавлять, вот, есть ли что-то у вас, что вы можете как-то в себе отторгать, вот. А если вот что-то такое есть, да, я бы все-таки крайне настоятельно рекомендовал бы на это обратить вам внимание свое, вот, потому что эти вещи могут вас как-то вот, ну, дискредитировать, условно говоря, дискредитировать перед, ну, и перед другими людьми, но другие люди, ладно, вот, ну, просто вам самой мешать могут эти вещи, вот, если вы что-то в себе, значит, как-то, ну,
подавляются. Вот, поэтому с этим вот очень важно поработать и поисследовать этот момент, да, и выявить вот эти детали, о которых я сказал. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, хотя я их, в принципе, здесь уже озвучил. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.